Працягваем выпуск. Сёння ў Гомелі ўшаноўвалі прадстаўнікоў сферы адукацыі. Урачыстае мерапрыемства, прысвечанае дню настаўніка, адбылося ў гарадскім цэнтры культуры. Ён сабраў лепшых педагогаў абласнога цэнтра, якіх чакалі ўзнагароды, віншаванні і канцэртныя нумары. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Свою профессийное свято педагоги сустракают у первую неделю кастрычника. Однако подарунки и веншавания яны уже распочали прымать. Сегодня лепших представников сферы адукации Гомеля на урочистое мероприемство собрал городский центр культуры. У фойе гостей чакали несколько выставочных блоков, ассорти из работ декоративного мастерства и мора гигантских кветок. Тут же разместили фоторепортаж, який адлюстровывает досягнение сферы адукации Гомеля. Минулый год принес немало великих поспехов. Достижений у нас достаточно много. В два раза больше учащихся в сравнении, например, с 2014 годом получили аттестаты особого образца награждением серебряной либо золотой медалью. Сегодня в два раза больше у нас сертификатов централизованного тестирования 100-бальных. Сегодня мы можем говорить о достижениях в международном олимпиадном движении. 9 учащихся, которые в прошлом учебном году приехали с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями с международных олимпиад по математике и информатике. В этот день сярод гостей свята были как ветераны наставницкой працы, так и сучасное поколение педагогов. За шматгадовую пленную працу подрыхтовку пераможцев интеллектуальных спаборництва многим уручены гоноровые дипломы и грамоты. Усяго подчас узнагороджения со сцены прогучало больше как 70 именов. Я работаю в своей школе, где и училась. Дети ко мне относятся хорошо, я к ним тоже. Ведь это такое счастье с ними работать. Когда приходишь на работу, видишь искреннюю отдачу в их глазах, когда они улыбаются, на самом деле хотят заниматься этим. Это многого стоит на самом деле. Ну, конечно, нужно работать, придумывать что-то новое, и расти по карьерной лестнице. И не просто как рабочий человек, а привносить что-то, развивать это на благо себя, на благо людей, на благо нашей Родины, конечно же. Дарэчы, зараз у системе адукации Гомеля працуе больше за 9 тысяч педагогов и выхавальников. Свои веды и любовь яны передают больше как 70 тысячам детей. У знак подяки юные гомельчане подрыхтовали для наставников творчие подарунки. От всей души хочу поздравить своих коллег, педагогов с наступающим профессиональным праздником. Пожелать им крепкого здоровья, пожелать им вдохновения, пожелать им хороших, благодарных учеников. Хочу также обратиться словами благодарности и поздравления к нашим ветеранам педагогического труда. Их мудрость и опыт нам нужны как никогда. Так что, уважаемые педагоги, с праздником! Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадио, компания «Гомель».